Привет, друзья! Смотрите, как теперь хитрят люди. Люди смотрят, в каком вы проекте, и пишут: «Здравствуйте, я зарегистрировалась по вашей рекламе в Whole World. Очень хотелось бы пообщаться с вами лично, посмотреть ваши достижения. Пишу, по моей ссылке регистрировались». Да. Все, проходит месяц, она мне тут пишет спам сразу. Я ей набираю, она мне сбрасывает. Как будто мне эта портянка ее интересна. Вот что за люди? Не умеют работать, их так учат, наверное. Спам уже давным-давно не работает. Вот сколько человек ее послали? Алло, добрый день, Ирина. Добрый день. Я не поняла, что за обман. Объясни мне, пожалуйста. Вы зарегистрировались 25 июня по моей ссылочке. Да, да. Вот. Помощь не оказали, наш проект развивать не стали. Вот. Да. Если вы не стали, проходит месяц, вы мне зачем присылаете спам? Вы меня спросили, оно мне интересно? Ой. Слушай, я, Ирина, у меня я свой вебинар на вечер. Мне вот, например, вообще не интересно. Все, я поняла. А я не поняла, ну что за обман. Ну, получается, вы ко мне добавились в Skype для того, да, чтобы да, потом да. рекламировать свои проекты, правильно? Нет, я просто рассылалась своим. У меня есть Ирина Агапова, но другая. Я случайно отправила тебе. Вот за это. Огромно извиняюсь. В общем, это... я пишу про вас видео, как вы обманываете. И сейчас выставлю на свой канал и пришлю вам ссылочку. Можете посмотреть, комментарии написать. Дизлайки. Ирина, извини меня, пожалуйста. Поделиться я в социальных случайно. Сетях, чтобы люди не были похожими на вас. Всего доброго.